выбирайте все, что есть вот здесь, все, что вам нравится, выбирайте и садитесь за столик. Как правило, все пространство Монтессори разделяется на несколько зон, в каждой из которых располагается свой тематический материал. Попадая в специальную комнату, ребенок самостоятельно выбирает зону и решает, чем он хочет заняться. Построить пирамиду, определить на вес или на ощупь материал, а может и вовсе скопировать определенную схему из разноцветных фигур. У каждого упражнения дидактического материала две цели – основная и скрытая. Так что пока дети играют, педагог наблюдает. Наблюдает за тем, насколько развиты у дошкольника логика, тактильные ощущения, органы чувств и навыки самостоятельности. В результате чего определяются интересы и склонности ребенка. Методика эта заключается в том, что научи меня самому делать это. То есть ребенок помогает развивать зрительное восприятие, все психические процессы, память, мышление, речь, восприятие, внимание очень, кстати, концентрируется, материал достаточно яркий, да, знакомит ребенка с величиной, с формой, то есть подготавливает его к математике, к изучению математики, да, и развивает его творческий потенциал. Дидактические материалы педагоги используют для занятий с детьми с УВЗ, с дошкольниками, испытывающими трудности при адаптации, при освоении образовательной программы или с воспитанниками, которые просто готовятся к школе. Эльдар, теперь надо тебе разложить треугольники по рамочкам. Если в новых детских садах специальные зоны для развития детей проектируют еще до начала строительства, то в типовых зданиях, которым уже не по одному десятку лет, найти свободное помещение было крайне сложно. Две комнаты Монтессори в детском саду «Журавлик» появились благодаря реорганизации учреждений. Это позволило увеличить объемы финансирования на материально-техническое оснащение организации и найти площадь для занятий, переоборудовав кабинет заведующей и часть спальной комнаты. Новые классы по методике итальянского врача и педагога Марии Монтессори в этом году появились в трех детских садах Нягани. Самый большой оборудован в дошкольном учреждении «Росинка».